Дорогие друзья, я рад приветствовать организаторов и участников форума. Прежде всего, хочу поблагодарить всех представителей нашего профессионального сообщества. Каждого наставника, который в это непростое время сохранил самообладание, выдержку и нашел в себе силы для того, чтобы достойно завершить учебный год. Оценка нашей работе будет дана еще не скоро. Но со своей стороны могу сказать, что не система образования как таковая, а именно вы, учителя и преподаватели, методисты и тьюторы, сотрудники деканатов и учебных частей, все работники сферы образования позволили справиться с тем вызовом, который выбил нас из привычного ритма жизни. Рассчитываю, что такое единство и сплоченность сообщества мы сохраним и впредь. Министерство предпримет максимальные усилия по оказанию необходимой помощи и будет делать это, опираясь на ваш опыт и рекомендации. Хочу пожелать всем участникам форума продуктивной и максимально эффективной работы. Спасибо большое!